Всем привет! Сегодня суббота, выходной, мы долго не выходили на связь, мы задолбались работать и решили, что сегодня можно пойти погулять. А зато у нас большой прогресс в работе, мы переезжаем, у нас большой пошивочный цех теперь будет, не 90, а 278 квадратных метров. Те еще, кто не подписан на наш рабочий инстаграм по дизайну интерьера, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Мы сейчас в парке Зарядье. Прекрасная теплая погода, солнышко печет. В общем, красота вокруг. Сейчас покажу красоту. На самом деле, вообще сегодня в городе очень много людей. Все гуляют. Ну, конечно, погода сегодня вообще просто супер. Вроде как 16 градусов, но солнце очень сильно печет. Зарядье открыли в 2017 году. Он достаточно новый парк. Вход в него бесплатный. Парк находится в шаговой доступности от Красной площади. Сам парк расположен и разбит на искусственном основании. Площадь Зарядья 10 гектар, а перепад высот 27 метров. Сам парк включает в себя более 1 миллиона растений. Здесь создано 7 природных зон, и парк охватывает все виды ландшафтов. Также здесь есть недалеко воздушная V-образная конструкция, его называют парящий мост. Это верхний уровень парковой набережной. Он рассчитан на нагрузку до 240 тонн, это около 3000-4000 человек одновременно стоящих на нем. Но мы на него не пошли, так как там были ранее, а вам обязательно советуем туда сходить, когда будете в Москве, фотографии там выходят просто красивые. Далее мы поехали на ВДНХ. В Москве любят такие старые автомобили и часто их используют на выставках. Погода сегодня теплая и безветренная, а мы идем в сторону нового фудкорта, который открылся на ВДНХ. Пришли. Это наподобие депо, которое в Москве. Это на ВДНХ, но подобие депо еще одного открыли. Но мы еще не уверены в этом. Тут по-любому можно поесть. Да, мы там еще ни разу не были. Такое красивое место. Thank you.
Выбор здесь не сильно большой, но голодными вы не останетесь. Так, мы, короче, пришли, купили в этом заведении вкусности всякие. Заведение вот такое. Угу. Взяли пухе с лососем и пухе с креветкой. Только погромче, плохо слышно. Озвучивай. Взяли пухе с лососем и пухе с креветкой. Сейчас попробуем. Это вино, кстати, вино со льдом. В бутылках они не продают вино, к сожалению. Только в стаканах, и то пластмассовых. Это все было видно на камере. В общем, кто-то на улице сидит. Мы здесь решили посидеть. Ну, давай пробовать. Пробуй. Понравится? Мне да. Я давно хотела. Здесь что-то... Как креветка в кляре. Ну как? Первое впечатление. Вкусно? Магазинчиков этих. Здесь перекусить очень даже вкусно. Ну да. Мне, например, еще нравится, здесь есть пиво. Там где литровские наливают. Очень классное, что-то вкусное. Стоит прийти сюда? Если на ВДНХ и кушать хочется, то да. Ну, если придете, в комментариях напишите нам, понравилось вам или нет. А мы кушаем и идем дальше. Вот такие вот ларьки на ВДНХ до сих пор, такие вот и очереди. Ну, то есть маленькая очередь, обычно они... Обычно да, большие, длиннючие очереди. А там очереди практически не было, потому что сегодня суббота. Это вот, где, когда вы доходите до ракеты, до этого самолета. Вот ракета, самолет. Направо поворачиваете вот сюда и вниз идете. И потом первое здание. За рестомаркетом там первое такое из деревянных, господи. Короче, из дерева там конструкция построенная с правой стороны сразу. Это оно и есть. Мимо не пройдете. Не пройдете, да. Ну, зайдите. Нет, нормально. Вот мне понравилось мое блюдо с креветками. Поке. Прикольно. Поке? Поке. Да. Сколько оно вышло? 530 рублей. И у меня поке с лососем тоже 530. А да. Винишко, я не знаю. На вино вышло в 1450. Да. Это точно это поместилось в два стакана бутылка. Бутылка вина вообще. Просто они бутылку конкретно не дают. Я хотел бутылку взять. Сказали только по бокальчикам пластмассовым. Стеклянных тоже не дают. Только в пластмассе. Вот и подошла наша прогулка по ВДНХ к концу. Сейчас мы сделаем классные фотографии на закате и вставим их в ролик. На неделе мы едем в Пятигорск, на Кавказ, снимем видеовлог про КМВ. И планируем съездить в горы, в Джелусу, в Приэльбрусе. Это очень интересная экскурсия. Подписывайтесь и комментируйте, будем стараться чаще выкладывать ролики. Всем спасибо!